Последние приготовления к крещению завершаются. Вот и центральная купель в Савино-Сторожевском монастыре уже ждет желающих окунуться в святую воду. Глава округа Андрей Иванов проверил ее готовность. Обговорили какие-то моменты, нюансы, наклон тротуаров, дороги, песко-соляная смесь, как мы будем разводить потоки по парковкам. Все в рабочем режиме, все штатно, стандартно. Монастырь также готов, и все священнослужители, все готовы к праздникам. И я надеюсь, все это будет по высшему разряду. А это, вне всяких сомнений, купель оборудована по всем стандартам. Раздельные раздевалки, теплые помещения, удобный и безопасный вход в купель, кругом освещение, спуск со стороны монастыря. Окунуться в крещенскую воду можно будет с 20.00 18 января до 23.00 19. Все будет достаточно, как это много лет уже происходит, обустроено. Даже посыпается дорожка, чтобы человек не поскользнулся. А здесь человек может прийти, мужское отделение, женское, спокойно снять верхнюю одежду, спуститься в воды, погрузить это трижды и подняться, одеться, облачиться и даже зайти выпить горячего сбитня. Монастырский сбитень можно отведать и на других купелях округа, каждую из которых, как ожидается, смогут посетить без малого 1000 человек. А в Савино-Сторожевский монастырь на крещение планируют приехать около 30 тысяч. Это излюбленное место не только местных жителей, но и паломников. И все потому, что крещенская вода творит чудеса. Я знаю одного человека, который на крещенскую, в какое-то время крещенскую ночь искупался и получил исцеление от гайморита. Страдал человек, там лечился, никак не проходило. И на утро проснулся, и вся эта гадость, скажем, оставила его, вышла, и человек жив-здоров, вот я знаю, да. Молодой человек был. Поэтому это момент не какого-то верования, какой-то традиции, чьей-то там, да. Это реальная жизнь человека. Но не стоит забывать, погружаться в холодную воду противопоказано при заболеваниях почек, сердечно-сосудистой системы, сахарном диабете и беременным женщинам, даже в крещение. Влада Шишова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».